Поехали. Маленький Кримсон? Почему маленький? Стандартный Кримсон? Стандартный? Почему даже такой? Мне как-то показалось, он мелковат. Не, стандартный, это чего? Flagship underway. Так, извиняюсь, что без приветствия. На связи Лёшка 77 Рус и Алазар. Играем мы против агронома и Гриффина. Ну, агроном тоже, кстати, русский чувак. Разведка. Играем зеркально, да, разведка сейчас будет. Разведку надо устроить. Чтобы слепую играть не стоит. Так, а что такое пойти интересно? Ну? Думаю, что нет, надо разведку, чтобы знать, тратится мне на ГВ или нет. Нет, сразу. Тратится, мне кажется, в любом случае надо. Не, ну надо, но есть ли у меня время? Я вот сейчас уже трачусь. То вдруг какой-то торп. Ну, не знаю. Пойду, наверное, в мелочь я. И в БЦ. Мелочь, корвиты, батл. Всего понемножку. Тогда я фрегаты БЦ. Ну, фулл билд, в общем. Че, файтера не будешь делать? Ну, не знаю, надо. Ну, вообще, можно бы. 14 инст никогда лишними не будет. Ну, ладно. Приехал. Говорил. Буду тебя слушаться. Просто Гриффин, мне кажется, сейчас пойдет на... Ну, хотя чего я загадываю сейчас. Пробка летит. Пусть летит потом. Сделаю как побольше скаут. Почти попри... А, нет, под углом, под тебя. Агроном? Да. Что? Пока что ничего, но он идет в центр. Что он будет интересно. Как мило. Так, лап. Мраж какой-то мутит, я не думал файтера. Срочно. Гриффина тоже инс. На ТЦ инс? Да. Так. Пошло ГВ потихоньку. Агро так целенаправленно идет в центр. Да я бы даже не так, чтобы в центр. Да, выходи на фрегаты и на БЦ, да. Ты правильно, я думаю, можно. У тебя мобайла чего-то нету. Едет сейчас. Где? Сзади один стоит. У мажора не все. Смотри, у тебя там сборщики разминаются. Да нет, это просто одного зацепило, когда мобайл отходил. Пока пробку поищу. Вместе с собой взял. Настрою я все таки. Flagship. Production underway. Да я сейчас мелочью до БЦ тоже сделаю. Resource collector complete. Flagship.
ГВАП. Угу, хорошо. Но не гипертор, по-моему, не будет. Ну, в любом случае он пригодится. Нужен, да. В дальнейшем. Я вон пораньше даже сделал. Сделаю заранее скучно. Пробку убрал. Да. Пошла вверх. Сейчас буду скаутов собирать. Вот как кушать, если зубчик. Ну, молочный выпадает. Иди выпьем его в рахове, не чувак. Что? Саша. Давай мы тебе его вырвем. Не надо. Не надо. Он еще не сидит. Ты слышишь, что ты? Он такой. Ладно, ты не пугай ребенка. Люблю я это дело. Любишь? Не, взрослых пугаю. Взрослых детей. Интересно. Так, да, надо разведать сейчас. Я уже скаут. Я скаутов заранее подготовил, потому что я чувствую, сейчас там какой-то рой на меня обрушится. Неимоверный просто. Так. Шпиарда почти приехала. Сейчас я буду смотреть, если агроном по стандарту на второй кэрриер вы... А, он вышел на второй кэрриер. Значит, я тоже делаю второй кэрриер. Хорошо. Ладно. Ну, пустые. Ничего, у меня уж капли. Фишин центрами идет чуть повыше. Если с центра на 200. На 200. Я видел, не говори. Шпиарда есть, очень хорошо. У него-то есть шпиарда? Нету. Не вижу. Это хорошо. Нет. Что, тогда я не буду делать шпиарда, тогда давай мы сейчас концентрируемся. Я сейчас концентрируюсь на рое. Так, а потихоньку надо на корвета переходить. А, я думаю, куда он делся? Можно. Что? Можно, я отлично. Скаутов, делюка на две группы. И не делать ему, потом не лейка. Кап на мамке увижу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть скаутов. Ну, у меня тоже шесть. Нехило. Нормально. Так, у нас здесь не файтер, здесь мы делаем корвета сразу. Сейчас. У меня пять звеньев уже. Подожди, пока подведу. Верь приехала. У Гриффина. Подожди. А, не всех все равно завесил, а не всех. Не, не всех, тогда. Так, помогай мне, я сейчас Гриффина подвешу. Сейчас, лечу.
Так, перехожу на лазер. Каракетчики. О, там, а, там 30 цен, ну тогда я делаю лазер. Да, и вот первый, все корвет, корветы, файтер-файтера. Да, лазера делаю. Скоро ЦБ будет. Так. Торпы. Сделаю пару этих. Пошло бы С. Давай, да. Черт, скаут отпустил. Нормально, нормально. Порою мы пока превосходим. Да нет, что-то там летит у него. У него тоже шипьярда есть у Гриффина. Видел. Давно уже, порядка. Так, можешь торпа сделать? Секунду. Пара пошла. План готов. Сейчас я буду прокси раскидывать. Лазерный. Давай оттянемся пока назад. Оттяни, оттяни. Надо, да. Хорошо. Сейчас перегруппироваться надо. Уходи. В воде инста. А, черт. Да вроде все на уход. Давай, 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 давай. Да, пытаемся уйти. Флаг идет, торпедник идет. А вот сейчас можно встречать. Догнать, догнать! Да нет, пробку этот не... У тебя на центре ГВ-то есть? Он есть, хорошо. Да. Давай вот эту группу корветов убирай. Скауты. Сосредоточиться. Laser corvette squadron complete. Upgrade complete. Attack vector laid in. Group 2 copies. Lock all weapons on target. Proximity probe complete. I'm hit. Laser corvette squadron complete. Так, лазеров вроде набралось. Неплохо. Так, сейчас буду. Справа идет. Сейчас буду кэрриера вырезать. На твоих скаутов. Справа. Да, 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 вижу. Уходи, уходи, уходи. Ох, еще и Гриффин сделал. Ой, глупо-то как. Сейчас мы его подвесим. Оба! Флаг готов. Сейчас будет еще один флаг. И БЦ готово. Куда кидаем? Центр. Он надо... Центр. Есть. Надо лазеров моих прикрыть. Кинь туда торпедники. Laser Corvette Squadron complete.
Уже торпедники. Летят, летят. Да ладно. Я ж послал туда Фокс. Ладно, сейчас будем под ними прям. ЦЦшку сейчас убьем. С ингибитора. Че он бахнулся-то? Или мамку ему убить? Мамку, конечно, но ты будь аккуратен, у тебя там может батл тоже возникнуть. Внезапно. Прыжок. Кому? Двойной причем. Два батла. А, нет. Два батла, да. Два дестра. Два дестра, о как. Ну, хорошо. Все, пошел. Я за мамкой. Я сейчас буду агроному кэрриера срезать. Такс. Пытаемся догнать. Пошел батлап. Делаем на скорость. Марине летит, сука. Ах ты. Опять спрятал. Ладно, у меня проксимити много. Сейчас две сразу зашлю. Дима, вам урод. Оля! В принципе, лазеры даже ракетчиков вроде неплохо бьют. Даже не завешенных. Вот если торпы еще помогут вообще. О, все, закончился клок. Огонь по мамке! Ионики делай. Слышишь? Ионики делаются. Делай. Уже три. Я. Дима, а вам нужны эти перчатки? Конечно, нужны, да чуть-чуть. Да у меня нет перчаток. Чего у тебя торпы делают? Чего они по корветам не стреляют? Они по файтерам стреляют. Так, один кэрриер свалил. С ингибитором, кстати. Как мило, сейчас будет батл. Огонь? Не нужен там БЦ. ГГ, агроном написал ГГ. Не нужен БЦ вообще там. Где-то тут. Кинул торпа на наши пащи. Кто? Гриффин. Ну, сейчас его лазера встретят. Значит. Ага, вижу. Вижу. Что-то мне денег попало, я тебе ничего не даю. Держи. Да. Вот это хорошо. Сейчас я сразу прыгну с него, насколько смогу. Там только одни роботы и фэнтези. Хотя тебе, наверное, смысл спать. Ты же... Манга пыхнула. Пойдешь на машину? Иду дальше. Давай, как лопнет. Ня-ня-ня. Молодец, Саша. Все, Вадим, сможешь отпустить? О, все, реклама. Сейчас спущу. 5 сек, все равно у нас все ништяк. Расслабляюсь.
Где-то он их сзади кидает, надо там посмотреть. А вот они откуда летят. Я здесь. Хорошо. Ну, начинай атаку, чего? Мне по нолям. Дай денег на прыжок. Что за херня? Саша, отойди, блин. Сейчас дам этим стула. Ой, спасибо. Спасибо, Дарья. Вот какая у нее любимая жена. Блин, да что за херня? Что-то с мышкой не летал.
Да-то едет она. А, что-то не то. А. Черт. Что такое? Почему? Не то. Что-то происходит у меня, не то. Хигарские скауты что-то не работают. Эй, да что такое? Неполадки. Катастрофические причем. Эй, да что за херня? А, черт, побери. Слушай, Лёха, она у меня едет? Не переставая. Че у тебя там проблема-то какая? Мышка уезжает в край. Не могу вернуть ее. Она в один край упирается сама. Ну, попробуй свернуться, развернуться. Поможет. Чисто игровая. Помогло. Спасибо. Помогло? Да. Два ВЦ. Ага. Собираю в центре обломки пока. Первый я тебе передаю. Чего там, слились, нет? Нет, еще. Выигрываем. Ну, точнее, доигрываем. Так, кто-то уже взорвался, да? Ну, агро-то мы слили быстренько. Он что-то в центр хотел пойти, в агро с фронта. Что-то ничего у него не вышло. Второй кто, Гриффин? Второй Гриффин, да. Гриффин остался, сейчас мы его оставим. Лазар, снимай планочку. Давай сейчас планочку снимем. Да, просто. Нормально у меня. Там два батла под клоком просто. У меня два БЦ идут, так что нормально. Даже если у него один вылезет, будет только веселее. Мадман-то, в принципе, знает. Прыгнул. Прыгнул на правый патч. О связке вайгровских лазеров и хигарского батла. Помнишь, как мы на массе-то играли, а мада бывали? Так, микро батл. Сейчас. Иду. Не, еще два иду. Сейчас мы резко обломим. Корветы летят, фрегаты летят. Отходи потихоньку. Да. А мне кажется, он выживет сейчас. Запросто. У меня сейчас лазеры его сомнут, в принципе, вместе с батлом. У тебя еще и торпы подходят. Флаг это зачем? Флагов лучше на патч бы бросим на его. Но они так мимо идут. Сопровождение. Вчера неплохо 2v3 замутили. Все, вкусно. Мне Алазар рассказал. Вы там два раза вроде играли, да?
первый раз я, короче, протупил по лазеру вместо батлкрузера. Уберфас БС, что ли, вы там пробовали или чего? Ну и так. Гоблин гиперкап сделал. Да, это он любит. Ну, собственно, все тут. Можно не комментировать, все тут понятно. Предельно. Батл дает разворот. Он причем еще, знаешь, Гриффин увидел то, что Лазар там АФК, с мышкой не владеет, и это, и решил батлами наступать потихонечку, там, двумя батлами, двумя дестройерами, думал, типа, в тихую смять все это дело. Ну, что-то начала мышка так, не первый раз, не было таких глюков у меня. Она просто конец. У меня в другой игре было такое, у меня тоже. Мышка тянула там верхний правый угол экрана. Беспричинно. Будь здоров. Спасибо. Еще один БЦ. Даю тебе еще один. Ships transferred. Ну, меня уж свой ветер. We cannot support more units. А, фу, это лангемитр. Ну, ладно, комплект. Чё страшного, дойдём. Чё-то прыгнуло? А, это батл у тебя прыгнул? Это я, да-да-да. О, прыгнул прямо ко мне. Кто? Батл. Ух ты. Как же у тебя там ингибитора-то не оказалось, не тогда? Нафига он мне нужен? Нафига мне нужен? Чтоб таких вещей не было, он и нужен. Я взял и спрятался. Ты-то, может, спрятался, а мне-то сейчас там будет. Ой-ой-ой. Не-не, у меня тут батл. Сверху фрегаты. Ух ты. Надо бы лазерами это все вырезать. Нахрен. Раз больше. У него шипьярда сигануло, ничего себе. Я что-то упустил этот момент как-то. Где-то манка где-то была. Пойдем собирать обломочки. Не, он сейчас. Я его сейчас накрою ингибитором. Маринерами облепил, сволочь. Да сейчас отцеплю. Ах, не успеет клок построить. Успеет, все. До свидания. И флагман как-то не попал. У него ЦЦ наверху. Видишь? Вижу. Все, у меня лазеры сейчас идут туда. На его ЦЦ. Одного осталось отцепить. А то сейчас возьмет. Сейчас возьмет. Разворачивай. Все, взял. И клоп кончился. Ух ты. Сейчас у меня еще один батл вылезет, так что не страшно. Сверху все продал. Мамку пошел захватывать. СП
спрятал команду, забыл их выпустить. Так. Ох, Ионик, неужели он мне сейчас добьет, Мазер? А, не добил. Файтеры оказались сильнее. Все, я ему сейчас тут устрою погром. Все. Все. Ну, он тебя батл красиво украл. Да. Мне и два флагмана разнес вообще. Дерзкий не сдается, это хорошо. Все, нормально, у меня пришли сейчас кэллер, они пыхнут быстро. Я даже на фрегата не буду отвлекаться. Два батла такие с гипера. Ну все, победа. Киллстар, кстати, такой не выделяющийся. По 80 мы с тобой одинаково. Так, ну, спасибо всем за просмотр. С вами Лёшка, были Лёшка 77 Рус, а я Назар. До новых встреч.